Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy A12 удалить Family Link. Как вы видите, у нас здесь Family Link у родителя и у ребенка. И давайте откроем. Собственно, что вы увидели Family Link, давайте попытаемся удалить. Так, не туда его вкинул, нажимаем удалить, окей. И появляется у нас ошибка, что мы не можем удалить Family Link. Вот так она у нас выглядит. В таком случае, как же его удалить? А заходим в настройки. Далее переходим в Google. После чего нажимаем управление аккаунтом Google. Нажимаем начать, данные, персонализация. Опускаемся ниже, нажимаем удаление сервиса или аккаунта. Удаление аккаунта Google, нажимаем удалить аккаунт. Кстати, чтобы вы мне поверили, я вам покажу, что я заблокировал ребенку камеру и галерею. Потому что зачем нужна галерея, если нет камеры? Вводим пароль от нашего аккаунта. Нажимаем далее, не сейчас. Нажимаем «Я понимаю, что Family Link будет удален». И соглашаемся вот здесь. И нажимаем «Удалить аккаунт». Выскакивает ошибка, так и должно быть. Давайте нажмем сюда, еще раз, и нажимаем «Удалить аккаунт». Теперь выходим. Казалось бы, что ничего не изменилось, но появились контакты, как вы видите. Камера и галерея. Все снова появляется. И давайте попробуем теперь удалить Family Link. Нажимаем удалить, окей. И Family Link удален. Что происходит на телефоне родителя? Произошла ошибка, у него пишет. Нажимайте повторить. Ничего вообще не происходит. И у него просто удалился наш телефон. Чтобы вернуть наш аккаунт, который мы удалили, мы заходим снова в настройки. Ищем пункт. Учетные записи, учетные записи, добавить учетную запись. Google. Вводим наш адрес электронной почты. Нажимаем далее, вводим, точнее еще раз нажимаем далее, потому что нас предупреждает о том, что аккаунт был удален, и мы можем его восстановить. Нажимаем далее, вводим теперь наш пароль. Нажимаем принять, либо можем, естественно, это отключить. И наша учетная запись снова была добавлена. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!